К ней всюду относились с уважением. И труженик, и добрая жена. Но жизнь вдруг обошлась без сожаления. Был рядом муж, и вот она одна. Бежали будни ровной чередою, и те ж друзья, и уважение тоже. Но что-то вдруг возникло и такое, чего порой не сразу разберешь. Приятели сердцами молодые, по дружбе заходя к ней иногда, уже шутили так, как в дни былые, при муже не решались никогда. И говоря, что жизнь почти ничто, коль сердце будет лаской не согрето, порою намекали ей на то, порою намекали ей на это. А то при встрече предрекут ей скуку и даже раздражаться сгоряча, коль чью-то слишком ласковую руку она смахнет с колена или с плеча. Не верили, ломается, играет, скажи, какую сберегает честь, из двух одно, или цену набивает, или давно уж кто-нибудь да есть. И непонятно было никому, что и одна верна она ему.